здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя, друзья. В этом видео у нас, как обычно, гороскоп на каждый день. И сегодня у нас гороскоп на 6 ноября 2019 года. Итак, фаза Луны, друзья, растущая Луна. Лунный день – это 11-й лунный день. В знаке Зодиака Луна будет находиться в Рыбах. Обращаем внимание, что сегодня у нас Луна без курса с 17 часов 37 минут 5 ноября и закончится до 6 ноября в 2 часа 8 минут. Все время по Москве. Время у нас, друзья, московское. Ближайшее полнолуние нас ожидает 12 ноября в 16 часов 34 минуты по Москве. И, друзья, у нас далее гороскоп, и мы начинаем с Овнов. Друзья, уважаемые Овны, в этот день все неприятности, которые будут связаны с деньгами, приобретут для вас еще больший масштаб, а некоторые начнут приносить очень неприятные плоды. Однако гороскоп настаивает на том, что самообладание в этой ситуации – это одна из основных добродетелей. Овну не стоит спешить с выбором, так как последствия необдуманных решений могут оказаться, к сожалению, непредсказуемыми. После обеда есть возможность заразиться чем-то, что потом будете долго лечить. Исходя из этого, визит к врачу не стоит откладывать. Далее, друзья, у нас по гороскопу Телец, уважаемые Тельцы, и даже если вас сегодня переполняют самые прекрасные чувства или, напротив, отрицательные эмоции, то это не повод терять голову. Только так сегодня, 6 ноября, вам удастся разобраться со всеми неприятностями, которые в последнее время сыплются, как снег вам на голову. Также Тельцам представится возможность изменить мир вокруг себя и самим стать лучше. Также велика вероятность, что детям потребуется сегодня ваша финансовая помощь. Далее, друзья, у нас Близнецы. Уважаемые Близнецы, если вы сможете объяснить близким людям, что вами руководят самые светлые намерения, то они с радостью возьмутся вам помогать. Впрочем, гороскоп Близнецов предупреждает, что мечтатели не всегда помогают бизнесу. Кстати, Близнецы в этот день будут неотразимы для противоположного пола. Далее, друзья, у нас по гороскопу Рак. Уважаемые раки, постарайтесь сегодня не действовать наобум, а лучше разработать четкую стратегию, которую вы в дальнейшем будете именно придерживаться. Если раки прислушаются к мудрым советам астрологов, то сегодня, 6 ноября, им обязательно будет сопутствовать удача. И при составлении плана, пожалуйста, четко определите конечную цель и спланируйте время, чтобы потом не нужно было действовать в попыхах. Тем, кто страдает от какого-то заболевания, вам поможет сегодня физиотерапия. Далее, друзья, у нас Лев. Уважаемые Львы, в этот день причиной неудач может стать неискренность представителей вашего знака зодиака и апатия, граничащая с преддепрессивным именно состоянием. И если верить гороскопу, львы, у которых есть дети, будут противостоять своенравности своих чад. И не исключено, что кто-то из окружающих припомнит вам старые грешки. После обеда обстоятельства могут принять неожиданный оборот. И причиной этому именно станут случайные новости. Поэтому постарайтесь провести этот день наедине именно с собой. Далее, друзья, у нас Дева. Уважаемая Дева, осторожность должна очень помочь вам, особенно если вы работаете сотрудником государственных структур. Сегодня вам нужно идти в ногу со временем и применять технологии для облегчения обслуживания граждан. И если Дева разрабатывает какой-то проект, то сегодня, 6 ноября, может случиться нечто, что надолго застопорит всю вашу работу. И вряд ли сейчас у вас получится осуществить свои мечты. Также рекомендуется следить за своим самочувствием в этот день.
Далее, друзья, у нас весы. Уважаемые весы, в этот день вашего представителя знака зодиака начнутся постоянные перепады настроения. Весы будут то воодушевлены и готовы свернуть горы, то находиться на грани депрессии. Поэтому гороскоп не советует что-либо говорить или делать, руководствуясь одним лишь порывом. Далее, друзья, у нас Скорпион. Уважаемые Скорпионы, если вы недавно с кем-то поссорились, то самое время именно мириться. И сегодня, 6 ноября, может стать для Скорпионов тревожным днем. Из-за неумения держать свои чувства под контролем, вы можете поссориться с дорогими сердцу вам людьми. Далее, друзья, у нас Стрелец. Уважаемые Стрельцы, хотели ли вы отдохнуть сегодня? Увы, у вас, к сожалению, не получится, так как Стрельцам придется выступить в роли организатора. И гороскоп утверждает, что вам это удастся легче, чем другим. Но не верьте тем, кто обещает вам золотые горы именно даром. Далее, друзья, у нас Козерог. Представитель знака зодиака в этот осенний день чувствует себя, к сожалению, разбитым из-за внеочередного дня. Также сегодня, 6 ноября, козероги будут болезненно переживать именно негатив, излучаемый именно окружающими людьми. Поэтому абстрагируйтесь от всего и приложите усилия, чтобы добиться цели. Далее, друзья, у нас Водолей. Уважаемые Водолеи, доверьтесь своему внутреннему чутью, так как оно поможет не наделать ошибок. Поэтому лучше сделайте меньше, но доведите результат до идеала. Если работа Водолея связана с творчеством, то гороскоп уверен, что дети окажут неоценимую помощь сегодня вам. Далее Рыбы. Уважаемые Рыбы, в этот день вы будете колебаться, и все действия будут стоить вам именно титанических усилий на преодоление собственной нерешительности. И чтобы сделать задуманное, вам придется проявить именно терпение. Однако сегодня, 6 ноября, Рыбы могут положиться на партнеров по бизнесу. Вот, друзья, сегодня у нас такой вот гороскоп. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео на канале. Ну а мы с вами, друзья, прощаемся и уже услышимся в следующем эфире. Пока-пока!